Ребятушки, всем привет! Сегодня, посмотрите, какая новогодняя прекрасная погода стоит. Мало того, что пятница, так еще тебе и Новый год. Посмотрите, какая красота, волшебный снег просто выпал везде. Просто сугробы повсюду прекрасные, и это так классно. Потому что это хоть немножко похоже на настоящую зиму. У нас тут и лета нету в Эстонии, и зимы тоже не было. Сегодня она есть, а знаете, что нужно делать, когда Новый год, и зима, и снег идет? Нужно, ребятушки, таксовать. Да хумпау заварил волшебный чаек, и вот эта чашечка здесь какао. Потому что перед тем, как мы выйдем на таксоизвозные маршруты, где мы будем подбирать алкоголических людей и развозить их за немеренное бабло и обогащаться, надо заехать подружке, например, к одной какой-нибудь, угостить ее какао, и немножко поболтать. Сам по себе вообще я мужчина. Девственный, чистый и целомудренный. Но при том при всем все-таки дев. Стараюсь себя встречать хотя бы иногда. И дарить им свое внимание, тепло. И могу даже вот за 2,20 напоить какао. Но если ты, братюня, встречаешься с девами тоже, например, я тебе скажу так. Я слыхал такую просто палевную вещь, адскую. И я от нее в шоке. Что... мужики, когда идут на свидание с девой с какой-нибудь, особенно если это первое свидание, они его устраивают как некий просто дичайший пир в каком-то ресторане, заказывают целый ужин, ведут туда эту самую незнакомую деву, кормят ее на полтос, приносят с собой еще, упаси Господь, веник роз, все это в нее вкладывают. А потом оказывается, что там просто как бы, или вообще сразу не алло, до свидания, расходимся по домам. Или же, может быть, внешка даже и ничего окажется, но при общении ты понимаешь, что это просто женщина, короче, или это женщина-мужик, которая такая грубоватая, такая указывает, знаешь, командир, вот, с которой точно не по пути, просто сразу дверь там, пошла домой к маме. Или же она сама по себе такая ядовитая, саркастичная и, ну, неприятная, грубоватая женщина. Запомни это, братан, я тебе объясню сейчас. Никогда, никогда не инвестируй деньги, а тем более свое время и эмоции в непонятные проекты. Вначале, перед тем, чтобы начать инвестировать, должен убедиться в ценности и долгосрочной перспективе этого проекта. А любая женщина, любые отношения – это проект. Запомни это. Первое-второе свидание твои расходы должны составлять на первом 2,20 на чай, а на втором, ну, может быть, бутерброд с колбасой за 5 евро. Как бы оно ужасно ни звучало, но это именно правильный подход. На женщине не нужно экономить тогда, когда ты видишь, что этот проект, он стоит вложений, а тебе нравится то, что происходит. Вот тогда нужно инвестировать и вкладывать. Она тебе никто. И если ты уже приходишь с таким кредитом к ней открытым, типа, да я любую готов, ну, давай пойдем, я потрачу на тебя кучу ресурсов, то ты тоже выглядишь долбоебом. И в ее глазах точно так же. Конечно, она тебе об этом не скажет, но я тебе говорю, я здесь для этого есть. Привет, дева. Ну, так я подумал, что скрываешься. Женщина всегда должен быть, ребятушка, запомните, свежий маникюр. Если она встречается и у нее не сделана, короче, кутикула выросшая, тогда сразу отправлять ее домой к мастеру, вот, и пусть тогда возвращается уже в готовом виде. И второе, скорее даже раньше ногтей, всегда разверните ее руку, вот так, поверните вот так, и посмотрите, то есть красивая у нее женская рука, видите, вот, ну, вот это хорошая рука, то есть красивые пальчики тоненькие, все, видно, что здоровая худоба как бы присутствует, девочка нормально. Если же у нее мужские такие волосатые здоровые руки с некрасивыми ногтями, гоните сразу ее обратно домой к маме. Ладно, ребятушки, девы девами, как говорится, а таксоизвоз никто не отменял. Погнали работать. В Яндексе сделали какой-то адский, короче, эконом-класс. Смотрите, вот я его отключил сразу, эконом. Две поездки сделал, охренел. Я забрал человека около тонги сельвера и отвез его в Куму. Вы представляете маршрут? Еще по пробкам мы ехали, я не знаю, минут 30, наверное. Просто там 2,80 или что-то 3,20. Я был в таком шоке. Что это такое? Позвонил братюни, который тоже таксует. Он говорит, посмотри, у тебя там, наверное, эконом сраный включен. Поэтому, ну, его в болото. Я никогда в жизни не буду за такие деньги есть. Поэтому отключил. Вот он, Uber, короче, во всей красе. Не хотите проехать 7 километров за клиентом? Такие заказы я сразу сбрасываю. Больше 2-3 километров никогда в жизни не поеду за клиентом. 7 километров. Вы долбанулись, что ли? Ты туда приедешь, 7 километров подберешь его, и у тебя будет поездка за 2,40 в соседний в Риме в магазин за колбасой. Поэтому нет, точно не наш случай. Ei olnud vaesed taksod, jah? No esialgu oli, aga noh. Ei, ma maksan kinni, ega see ei ole probleem. Aga mul ei ole seda kaarditerminale vaata. See on see jama. Mis me siis teeme? No ma ei tea, paar euri ei ole sulle. No mul ei ole üldse sulle ära. Ära muretse, vennas, kuva. Davai, tšau, ma lähen edasi. Jou, jou. Aitäh. Красавчик, да, хоть и синий мужичок, вызвал такси, говорит, дождался, что я приехал. Не надо, говорит, братан, давайте заплачу карточкой. У меня просто терминала нет с собой, я не вожу терминал, а на нее налички не было. Поэтому я сказал, не надо мне ничего, братанчик, все, пришлось мне отменить заказ, как бы вот. Но, видишь как, не просто сбросил, а дождался. И за это я его обласкал, как отец и папа. Маленький расклад сейчас получился. Отвез, короче, с мустами в Петри девочку. И сразу пришел заказ за Петри туда, в сторону Юрия, еще дальше. Несколько километров, 3 или 4. И оттуда туда уже ломанемся взад. И это идеальный расклад. Гораздо лучше, чем застрять в Петри, короче. И просто вот так, стоять, ждать, потому что никто не хочет никуда ехать. Ехать пустым в город. Здесь какой-то подозрительный тупичок, прям такой неприятный, короче. Надеюсь, что все-таки это будет не вурдалак и каннибал какой-нибудь, а просто обычный, добрый, любящий человек. О, телочки! Вообще огонь! Какой сегодня приятнейший народ ездит. Просто в основном эстонцы. Сел вот туда взад, хоп, в телефон уткнулся, молча доехал. С огромным удовольствием катаюсь. Сейчас посмотрим, полезут они ко мне или нет. Что-то эти не хотят лезть. Не хотят. Все, садится. Тервист. Вот эта поездочка была из Коплей в жопу мира, за Вимси даже. Коэффициент 1,7. Давайте посмотрим, сколько я заработал. 22,90. Ехал где-то минут 25, наверное, типа того. Ну, неплохо, очень даже неплохо. Хожусь только в таком месте непонятном. Вот он, Таллинн, короче. А вот, да где я, на берегу моря, в аду. Какие-то дети, короче, ехали, и я немножко подвинулся от того места, где я был у моря, ближе в сторону Таллинна. До этого я был вот здесь, в Лепнеме, Таллинн, вон где. А сейчас я поближе подвинулся. Но надо ломиться дичайше все равно в сторону Таллинна. Давайте посмотрим же, ребятушки, сколько я прикурил бабла. Тут у нас 44 евро, но это за сегодня. То есть сейчас час 14. За час 14 с 12 ночи 44 евроса. Нехило тогда. Давайте посмотрим, сколько всего за сегодня. До часу ночи, вот Friday я начал. 37,70, почти сороковник. И здесь 44, то есть чуть больше 80 евро. Нехило тогда, а еще только час 14. Можно себе представить, сколько можно до утра будет заработать. Предлагаю, короче, моднейше гнать в сторону Таллинна, не стоять здесь, не ждать никого, а включить Uber, Яндекс и ехать туда. Может, по дороге того подниму, потому что в Таллинне все красное. Там коэффициент умножить на 100-500 каждая поездка. Все, ребятушки, ловимся туда. Меня вот ребятушки тут спрашивали, типа, ну, как у вас там в Эстонии, выгодно вообще работать в такси или невыгодно? Кто-то писал, то ли с Беларуси, я не помню, то ли с Украины. Если такси, это как такое вот, ну, вот у меня, в принципе, я могу вообще не работать в такси. То есть мне хватит денежек, и с других мест я получу то, что надо, мне на жизнь хватит стопудово. И такси, когда это как некий такой бонус, собственная машина, которую я не арендую нифига, то есть я там плачу лизинг раз в месяц, но не 200 евро в неделю, вот, плюс горючее. И если само таксование, оно как такой просто бонус ко всему прочему, тогда да, такси, с моей точки зрения, может быть. Но если это для тебя единственный способ заработка, у тебя нет других вещей. Я представляю о себе просто. У меня нет никаких других денег, я просто такси с утра до вечера. Вот это я считаю анальным рабством и, сука, бухенвальдом, когда ты должен по 10-12 часов ездить вот так вот, потому что здесь зажаты все болты, нахрен. Тебя забирает Bolt твой или этот Яндекс, 20% хлоп, ушло. Заплатил страховку, ушло. Заплатил техосмотр, заплатил мойку машины, еще минус. Поменял резину, у тебя машина задрачивается, пробег дикий. И это просто шок. Вот ты посчитай, сколько реально там остается. 3 рубля остается в натуре, как на заводе работать, знаешь, гайки точить, короче, на станке. То же самое, только что можешь отешить надеждой. Я на свободе, хочу катаюсь, хочу нет. Да это анальное рабство, я тебе говорю, братан. Вот тупо в такси воду работать, это просто жесть для меня. Можно, есть еще возможность здесь работать, если думать, постоянно шустрить перспективу, то есть какие-то другие вещи отсюда, с тем, чтобы отсюда уйти, чтобы это осталось просто бонусом, тогда еще ладно, как бы, да. Но в анальном рабстве быть, просто это разрыв очка, короче, вот таким вот делаком. Так что вот такой мой ответ тому, кто писал, братюня. Без яких бы то ни было, начать можно с такси, но потом нужно отсюда валить, подкручивать, а можно скорее. В общем и целом, на сегодня хватит. Сейчас 3 часа ночи. И давайте посмотрим, чего я прикурил. То есть я выехал где-то в 10 вечера, вчера, получается, в пятницу, и вот до 3 ночи покатался. И таксовать мне неохота, я практически не таксую, здесь что-то кого-то подвез на 3 рубля. Всего получилось у нас 89,30 Болте. И на Uber я прокатился на 11,64. И 89 плюс 11 получается ровно соточка. Мне кажется, довольно-таки неплохо. Покатался, угорел, дичайший, классный народ сегодня был. Очень круто. Я доволен остался этим вечером, ребятушки. Пойду вас храплю нынче. В могилу лягу, в саркофаге. Восплю я. Ребятушки, спасибо вам, что вы были со мной сегодня ночью вместе. Столько позитивных, классных комментариев, лайки, обратная связь от вас, ребятушки. Я очень это все ценю. Все, скоро увидимся в новых видосах. Всех обнимаю. Всем пока.